Всем привет, вы на канале Ники Хахи. Как я говорила, сейчас будет рисунок на Пасху. Сейчас мы будем рисовать саму Пасху, вокруг которой будут лежать расписанные яички и два цыпленка. Один будет вот тут, а второй вот тут. Сначала нужно все наметить простым карандашом, а потом начать раскрашивать и обводить. Вот такой вот набросок у меня пока что получается карандашом. Потом вот эту вот тарелку я сотру. Сейчас я буду рисовать посыпку. Посыпка может быть разная. Может быть шоколадная, может быть разноцветная. Может в виде палочек, в виде кружочков. Может быть со звездочками. А у меня посыпка будет с маленькими кружочками и палочками вот такими вот. И вся Пасха должна быть усыпана ими. Весь глазурь белый. Вот так вот у меня присыпка готова. У меня получилось слишком много палочек. Ой, почему-то плохое качество. А, вот хорошее. У меня получилось слишком много палочек. Сейчас нарисую побольше маленьких кружочков. Кружочки и палочки могут быть одного тона, например, коричневого, как я говорила, шоколадный. А могут быть разноцветными. Вот так. Какая-то палочка больше, чем кружочек. Так, так. И вот так. Все. Теперь я нарисую по кругу яйца. А потом следующее на яйцах я нарисую узоры. У меня получилось вот так вот. Яиц у меня 5. У них у каждого будет разный узор. Вот это вот, например, будет завитушками. Это вот такие вот будут завитушки. Когда я раскрашиваю, я всегда поправляю. Так, следующее будет в кружочек. Чего-то слишком много кружочков, ну ладно. Так, вот это вот будет в маленькое сердечко. Вот. Вот это вот у меня будет в полоску. Вот так. А это будет у меня в... Сейчас покажу. Вот такая. Вот такое, в общем. Вот так вот получилось. Сейчас будем рисовать цыплят. Одно будет вот тут, как я говорила, а второе вот тут. Вроде бы ровно. Похоже, это не цыпленок. Вот это вот больше похоже. Вот так вот у меня получилось. Теперь буду все раскрашивать. Первое дело это яичко. Вот так вот получилось. Следующее будет яйцо с сердечками. Вот так вот получилось. Следующее яйцо будет в кружочек. Вот так вот пока что получается. Осталось 2 этих яйца. Они будут радужные, так что я их вдвоем нарисую. Вот так вот получилось. Теперь очередь. Цыплят. Цыплята готовы. Осталась только тарелка и Пасха. У меня вот так вот получилось. А если вам понравилось это видео и вы повторяли за мной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Здесь очень много всего интересного. Всем пока-пока!